Всем большой привет! Вы на канале Светлана Франция. Спасибо, что зашли и подписались. И сегодня я приглашаю вас в путешествие. Мы вместе с вами полетим в Италию. Тот, кто постоянно смотрит мои влоги, знает, а скорее прямые эфиры, знает, что недавно мы были в Италии. И я смонтировала это видео, чтобы рассказать вам, за что я люблю Италию. Оставайтесь со мной. Я думаю, что вам будет интересно. On December 6th, 2020, this met and turned to eliminated signs and restrictions, including the. В Италию я влюбилась с первого взгляда. Прочно и крепко. Именно там живет часть моей души. При всем том, что я очень люблю Францию. Италия, она неповторима. Я знаю, что многие согласятся со мной. Многие мои зрители, так же, как и я, нежно любят Италию. Италия неповторима. В ней есть много души и что-то очень-очень домашнее. Поэтому на ваш вопрос, почему каждый раз, каждый год, несколько раз в год мы летим именно в наш семейный дом в Италию, я повторяю, Италия – это мой один из моих домов. Полет прошел замечательно. Но Венеция встретила нас дождем и прохладой. Было очень холодно. Мы прилетели в аэропорт Сан-Марко в Венеции. Сняли машину и поехали домой. Я люблю нашу горную Италию за природу, за свободу, за то, что там, именно там, отдыхает и душа, и тело. Именно там мы набираемся сил, как в этот раз после того, как проболели всем ковидом. Мой сын, ему исполнилось 8 лет, он обожает эту страну. Я люблю этот уклад без комфорта. То есть комфорт есть, но есть дух старины в нашем доме. И это самое важное. С этим не хочется расставаться. Мы готовим простую, вкусную еду, наслаждаемся природой, гуляем и отдыхаем. Любуемся на черепичные крыши, на коричневые темные ставни, на высокие безграничные горы. Я люблю Италию за дух средневековья, за язык. Итальянский язык, как игристая просека. После него в голове легкое опьянение. Именно в Италии моему сыну исполнилось 8 лет. И там мы праздновали, открывали подарки, ждали друзей. Итальянцы очень общительные, очень доброжелательная нация. По крайней мере, у нас, в горной Италии. Кухня очень разнообразная.
вы можете пообедать чем-то совершенно современным, как вот сейчас я вам показываю, салатом. Вы можете погулять по магазинам в то же время без заморочек пообедав. Но кухня на самом деле, она выглядит иногда как столовка. Но это не значит, что это низкий сервис, сомнительное качество. Италия, еда очень-очень вкусная. Разнообразная. Очень много овощей, фруктов. Был как раз сезон спаржи. Хлебобулочные изделия, они на высоте. Такое ощущение, что они все время едят пиццу и хлеб, и пасту. Саша покупает подарки от своих любимых теть, от Елены и Ольги. Спасибо им огромное. Мы заполнили машину, и сейчас мы едем в наш любимый ресторан, нашу любимую пиццерию, в которой нас знают и в которой пекут самую лучшую на земле пиццу. Вы можете со мной не согласиться, а я вам скажу, что для нас она именно такая. Мы пьем просекко, разговариваем, просто отдыхаем с семьей. Вот за это я люблю Италию. За то, что здесь можно быть собой. Happy birthday to you. Именно здесь и в этот момент, когда на земле творится страшное, нас принимали с открытыми объятиями. Facciamo la foto. Beh, si alzi in piedi, dai. Allora, lo cantiamo in italiano o in inglese? Francese, italiano. In Veneto. In Veneto facciamo tanti auguri, Moccia. Se c'è lei. Allez, Sacha. Il est où, Sacha? Il est là. Attention, Moi, je vais prendre des photos. J'ai pas eu le photo de mon anniversaire avec moi. J'ai vu Sacha. Est-ce que tu es enfant? Et Sandro. Vincent. Et Sandro. Santo, si. Santo, si. Ben, reste le Sandro. Fate presto che la panna si sta. Uno, due, tre. E faccio io le foto. Vai. T'as vu? Wow. Regarde devant. Elle est énorme. Wow, elle est belle, hein? On en a déjà un, le goût technique. Ah ouais. Ouais, elle est en 4-4 orange. Tu fais bisous à tout le monde?
che mi pubblica un piatto, mi fa sempre mille complimenti. E mi fa tanto piacere questo. Sono orgoglioso che per il compleanno di vostro figlio ed è Fiosso, che sarà il santo. Как бы я охарактеризовала итальянцев? Наверное, одним словом. Оптимистичные. Я не устаю снова и снова повторять итальянскую поговорку. Жизнь тебе улыбается, если ты смотришь на нее с улыбкой. В ней и есть ключ к итальянскому оптимизму. А правильный оптимистический настрой – это очень дорого стоит. Как им это удается? Как они это делают? Еда ли, природа, воспитание? Что заложено в этом оптимизме? Напишите мне, что вы думаете по этому поводу. Oh, le bouc, il est beau. Il est beau. J'arrive tout. Именно в этом уголке мира природа, она дикая. Она такая, какая есть. Здесь чувствуешь себя, как в детстве. Восхищаешься всем. Здесь находишься рядом с животными. И это неповторимо. Особенно в наше время. Много лет мой муж, моя свекровь, прадедушка, прабабушка приезжают именно в это место. Это место, где живет душа дедушки и бабушки. Это место, как семейная дача. Там, где хочется оставаться. Хочется любить, хочется мечтать. Вы спросите меня, хочешь ли ты навсегда переехать в Италию? Навсегда? Нет. Потому что большая часть моей души принадлежит Франции.
Именно во Франции мой дом. Но приезжать чаще, бывать несколько раз в год, в отпуске, да, мы постараемся. И мы делаем это уже. Было очень холодно. Мы даже не ожидали, что будет так холодно. Но это оставило неизгладимые впечатления именно этого посещения Италии. С друзьями, с подарками. Я знаю, что многие из моих зрительниц просят показать то, что я купила в Италии. То, что я покупаю в семейный дом. Обязательно, если кто-то не видел, у меня на канале есть плейлист «Отпуск в Италии». Там я показываю наш дом, декор интерьера, как я все поменяла в прошлом году, добавила. Поэтому обязательно посмотрите. У нас есть телевидение, но больше всего мы любим вечером именно такие настольные игры всей семьей. Когда в печке потрескивают дрова, на улице идет дождь или гроза, а мы всей семьей пьем тизан, настой, заваренный из трав, и любуемся на горы. Итальянцы талантливые люди. Они очень хорошие хозяйки. Я вижу это по нашим соседям. У них всегда идеально чисто. Вкусный обед, ужин. Они приглашают на чай. Они любят разговаривать, общаться. У них шикарные соборы. И я, позвольте мне, от всего сердца пожелаю вам мира. Добра. Если вы захотите, то мы увидимся в следующем видео, продолжение этого, а также посетим дом наших друзей под Парижем. Спасибо за то, что посмотрели, за то, что поставили лайк, за то, что подписались. За то, что сейчас здесь уделили моему каналу мне несколько минут. Я вас всех крепко обнимаю. Увидимся очень скоро. Ваша Светлана Франция из Италии с любовью.